Еще один материал из этого района. В районе около 27 тысяч женщин. Хранительницы домашнего очага, они достигают профессиональных вершин и в любимой профессии. На торжественном вечере был отмечен вклад тружениц различных сфер в развитии района и области. Женщины – начало всех начал. Они заботливые матери и супруги. Вместе с тем заняты в самых разных сферах, успешно занимаются бизнесом, активно участвуют в общественной жизни. Мать – начало жизни. Роль женщины особая. Ее самоотверженность вызывает уважение. В годы войны они проявили выдержку и отвагу на фронте, неустанно трудились в тылу. И сегодня прекрасная половина достойно выполняет свою миссию. Мы по праву гордимся нашими великими женщинами. Среди почетных гостей торжеств были ветераны труда, врачи, учителя, предпринимательницы, работницы сельского хозяйства. Всем им были оказаны заслуженные почести. Сегодня особенный праздничный день. Звучат самые теплые пожелания. Наши женщины достойны всяких почестей. С праздником вас! Наравне с мужчинами служим в правоохранительных органах. Стоим на страже законности и порядка. Поздравляю всех женщин с праздником. Этот светлый весенний праздник дорог для каждого. Юные дарования преподнесли виновницам торжества музыкальный подарок. Им посвятили стихи молодые поэты. Айгуль Аханова, Ильжас Абдульда, Баужан Хужамуратов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.